Сегодняшняя наша передача немножко необычная, поскольку, как вы помните, в прошлый раз передача была посвящена монашеству, и об этом вел беседу с вами Герман Маршанев. Сегодня же мы бы хотели бы поделиться с вами своими впечатлениями, ощущениями, имевшие место во время нашего участия, я имею в виду делегации из Абхазской епархии, на рождественских чтениях в Москве. Сегодня в нашей передаче, кроме меня, принимает участие секретарь епархии, проректор Новоафонского духовного училища Герман Маршанев. Помимо него в составе делегации входил еще сопредседатель епархиального совета Абхазской епархии, иеромонах Андрей Ампар. Для нас весьма значимым является тот факт, что, скорее всего, впервые за всю историю существования Абхазской православной епархии официальная делегация нашей церкви приняла участие в 14-х международных рождественских образовательных чтениях, проходивших в Москве, организованных Московским патриархатом Русской православной церкви. И в данном случае эти образовательные чтения были посвящены следующей проблеме – школы и церковь, традиции реформы российского образования. Абхазская делегация в уже вышеназванном составе приняла участие также в пленарных заседаниях, высказываясь по тем проблемам, которые непосредственно касаются развития православия на Кавказе, в частности в Абхазии, и о тех проблемах, которые накопились, о том опыте разрешения этих проблем, которые уже обладает Абхазская православная церковь. В миссионерском отделе иеромонахом Дорофеем Дбар было зачитано сообщение о миссионерстве на Кавказе, в частности в Абхазии. Безусловно, эта секция нас заинтересовала, поскольку вопросы миссионерства, безусловно, вопросы, которые имеют прямое отношение к Абхазии. Вы знаете, когда началось заседание этой секции, ее ввел архиепископ Белгородский Иоанн, который возглавляет миссионерский отдел Московского патриархата, является ректором специальной миссионерской семинарии в городе Белгороде. Так вот, нам раздали, она у меня сегодня тоже здесь, эта книжка небольшая, проект концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. И, безусловно, я и Герман Маршанев, который участвовал в заседании этой секции, были рады тому, что было предложено в этой концепции. Некоторые вещи мне бы хотелось, чтобы и вы знали, поскольку эта проблема достаточно остро стоит в Абхазии и среди духовенства, и среди мирян. В частности, вот в одном из положений сказано: использование принципа церковной рецепции культуры просвещаемого народа. То есть рецепция, слово означает, латинское слово, означающее восприятие, да, культуры народа, где идет миссионерская проповедь христианства. Дальше. Освящение тех национальных черт, которые позволяют народам при сохранении своей культуры, самоуважения, самоидентификации внести свой уникальный вклад в молитвенное прославление Бога. То есть не просто некое подражание кому-то или, так сказать, прямая некая, так сказать, калька берется и всецело используется из опыта других церквей, из опыта других христианских православных народов, но именно о творческом участии, в данном случае, если говорить о территории Абхазии, нашего народа в этих процессах. Для нас это очень важно. Еще один пункт – это подготовка клира, то есть духовенства и так далее, и миссионеров из местного населения, что считается приоритетом и необходимым в тех миссионерских территориях, в которых проживают различные народы. Еще один пункт, о котором бы мне хотелось бы сказать, это касается богослужения и языка. В частности, вы знаете, что
Когда я непосредственно занимался переводами на абхазский язык литургических текстов, текстов, связанных с богослужением, и, скажем так, иногда в свой адрес слышал нелицеприятные, скажем, отзывы, потому что считалось, что слишком это новаторски, слишком смело, необоснованно и так далее. Вот я хочу сказать, что миссионерская, в части миссионерского богослужения этой концепции сказано о том, что использование национальных языков в богослужении – это само собой разумеющаяся вещь. Еще одна вещь, которая касается не только владеющих абхазским языком людей нашей паствы, но и вообще в целом всей нашей паствы. В одном из положений проекта сказано: «Евангелие, апостолы, паремии», то есть тексты Священного Писания, которые достаточно большие и значимы в богослужебной традиции Православной Церкви, могут читаться на русском или другим языках лицом к молящимся. До сегодняшнего дня любое использование хотя бы одного слова, я думаю, Герман тоже это подтвердит, одного слова на русском языке в богослужении воспринималось как некое небывалое новшество. Сейчас же целая концепция русской церкви предлагает такую идею, потому что, увы, к сожалению, и для нашей среды абхазской не всегда славянский язык понятен самим славянам и тем более уж абхазскому населению. Поэтому есть эти тексты в богослужении, а также во время совершения таинств и так далее, будут параллельно вместе с славянским читаться сразу на русском языке, то восприятие текста будет очень серьезным и важным. Далее тут приводились еще кое-какие специфические для, собственно, для богослужения, может быть, о которых не всегда вы понимаете и не знаете, но тоже имеют ключевое значение. Когда я делал свое сообщение, я сказал, что, вы знаете, я говорю: «Владыка Иоанн, у нас нет архиерея, и прошу простить меня за некоторые, ну, скажем, дерзновения нашей епархии, в том смысле, что это мы ввели уже 2 года. Это все, что здесь прописано, в той части, которую я вам сегодня зачитал, все это у нас уже введено на практике». И Владыка Иоанн ответил, что непременно будем ссылаться на ваш опыт. Почему для нас было весьма важно и актуально присутствие и работа именно в миссионерском отделе, именно в этой секции? Дело в том, что делегация принимала участие и в отделе византологии, и проблемы глобализации были рассмотрены. Но миссионерство интересовало в первую очередь потому, что абхазская епархия сегодня находится на пути своего возрождения. Паства, абхазская паства, она долгое время была оторвана от христианских традиций, у нас не совершались богослужения, богослужения совершаются всего в нескольких храмах на всей территории Абхазии. Христианская культура, она и традиции христианские были по большей части далеки от нас, мы были оторваны от своих корней, и безусловно сегодня вся территория Абхазии является территорией миссионерской или пастырской ответственности. Особо хотелось бы обратить внимание на то, на вот этот термин «пастырская ответственность». Впервые, наверное, за всю историю вот, существования абхазской епархии со стороны русской православной церкви прозвучали слова, касающиеся непосредственно положения дел в Абхазии и ситуации разрешения вот той канонической проблемы, перед которой мы стоим. Каким образом русская православная церковь собирается решать эту проблему, было обозначено именно на заседании миссионерской секции. Владыка Иоанн Белгородский, который является официальной главой миссионерского отдела Русской Православной Церкви, отметил на заседании тот факт, что до сих пор подход к разрешению абхазского церковного вопроса со стороны Русской Православной Церкви в рамках канонического права был в корне неверен. В чем заключается этот подход? На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в 2002 году было принято решение о том, что территория Абхазии является неотъемлемой частью канонической территории Грузинской Православной Церкви, поскольку об этом говорят все соглашения, об этом говорят все документы, которые принимались за последнее время. Однако ситуация, по большому счету, никак не разрешилась положительно за весь этот период.
В Абхазии, как понимают в Московской патриархии, сложилась очень сложная ситуация по той простой причине, что мы попали в определенный вакуум. Грузинская православная церковь не позволяет Московскому патриархату активно действовать на территории Абхазии, в то же время сама никак эту территорию в церковном отношении не контролирует. И в лице владыки Иоанна Русская православная церковь дала понять, что мы сегодня должны говорить о миссионерской, пастырской ответственности в Абхазии, когда каждый верующий, каждый человек, который хочет молиться, хочет исповедовать христианство, должен иметь такую возможность, должен иметь в своем городе, в своем селе своего священника, своего настоятеля, свой открытый и действующий храм, который может прийти вне зависимости от того, какие сложились на данный момент политическое положение, как сложилась конъюнктура и так далее, и так далее. Признана Абхазия или не признана. Это территория миссионерской или пастырской ответственности. И, соответственно, вне зависимости от того, канонически разрешен вопрос или нет, на ее территории могут, более того, должны и обязаны действовать священнослужители вполне открыто, и это вполне допустимо. Вот этот подход, подход миссионерский, он действительно разрешает сегодня все те проблемы, с которыми мы на сегодняшний момент столкнулись. Еще одна секция, которую удалось нам посетить и послушать доклады. Кстати сказать, и на пленарных заседаниях отчасти эта тема затрагивалась. Это вопросы глобализации. Дорогие телезрители, вы помните, что даже одна из наших передач на канале Интер-ТВ была посвящена этой теме. И нам, безусловно, было интересно, поскольку в последнее время у нас внутри тоже достаточно большой накал был, связанный с тем, что по вопросам глобализации, в частности, по поводу паспортов, идентификационных номеров, так сказать, печати Антихриста, конца мира и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, что многие из вас, кто находится в рамках в ограде церкви, с этой проблемой сталкивались. Так вот, в ходе всех рождественских чтений и так далее, очень остро ставился вопрос глобализации, но не в том ракурсе, как мы с вами его видели здесь и ощущали. Речь шла о том, что, во-первых, о том, как церковь должна попасть в школы с тем, чтобы воспитывать детей, да? При том наступлении глобализации, техногенной цивилизации, которая идет сегодня и происходит, в том числе в России. Далее речь шла о том, что интернет и информационные, так сказать, возможности сегодня становятся неотъемлемой частью жизни человека, в том числе и ребенка. И как сделать так, чтобы его сохранить от того влияния, которое имеет место и в интернете, на этом поле. И речь шла о создании, в частности, министр Российской Федерации по образованию говорил о создании уже созданной специальной программы, которая будет фильтровать информацию в интернете, как в школах, так и в домашних условиях, с тем, чтобы родители не всегда могут быть. Вот так, то есть серьезнейшие вопросы, связанные с глобализацией, они действительно серьезно проговаривались. Но у меня сложилось такое впечатление, я даже специально ходил на секцию глобализации. Вот с теми вопросами, которые мы здесь сталкиваемся, с ННН, с паспорта, там этот вопрос даже вообще не ставится, потому что это совершенно абсурдно говорить о том, что нынешний там российский паспорт, неважно, внутренний или внешний использование, он с печатью какой-то антихриста, там есть какие-то микросхемы, микрочипы, число 66 и так далее, идентификационные номера, это кодирование человека и так далее. Такой проблематики на этих чтениях не было. Я думаю, что таковы ощущения были и у Германа. В одной из наших бесед мы уже говорили о том, что монашествующие покидают мир ради самого мира, ради того, чтобы изменить его. И сами международные чтения, которые проходили, они свидетельствуют как раз-таки о том, что церковь не покидает общество, не покидает социум, наоборот, она стремится активно в нем действовать. Как это сказывается, вот, скажем, с проблемой глобализации? Сегодня огромную область нашей жизни занимает виртуальное пространство, мы с ним постоянно соприкасаемся, это интернет. Это та область, в которой, наверное, присутствует
присутствуют все виды или отражены все виды человеческой деятельности. К сожалению, бытовало мнение о том, что интернет представляет собой само по себе некое зло, и с ним как бы совершенно нельзя никак общаться. Но ни для кого не секрет, что сегодня практически вся молодежь активно вовлечена в сферу этой деятельности. И в виртуальном пространстве создаются определенные сообщества, сообщества молодых, зрелых или пожилых людей, которые действуют в самых разных направлениях. В том числе создаются и религиозные сообщества, или религия является базой, некой базой или фундаментом объединения людей на какой-то почве. Активно действуют самые различные секты, активно действуют сатанисты. Между тем, человек, входя в виртуальное пространство, никаким образом от воздействия этих религиозных или виртуальных сект или сообществ не защищен. Никто ему не говорит, что это плохо. Сейчас я цитирую, безусловно, слова самого владыки Иоанна. Никто не говорит о том, что это плохо. Никто не защищает и не дает некое положительное раскрытие того религиозного процесса, который происходит в душе при взаимодействии человека с некой информацией, поступающей из интернета. И поэтому было принято общее, гласное общее мнение о том, что интернет, конечно, сам по себе нейтрален. Все зависит от того, с чем мы там сталкиваемся. И поэтому не просто было дано добро, а даже высказано требование о том, чтобы православие, безусловно, в этой виртуальной сети присутствовало, потому что это совершенно новое поле информации, которое православной церкви, собственно говоря, еще предстоит освоить. Как она освоила печатные издания в свое время, изобразительное, искусство, все, что мы видим вокруг, точно так же интернет дожидается своего воцерковления. На что еще хотелось бы обратить внимание. До сих пор все делегации абхазской епархии, которые прибывали в Москву, они принимали участие в работе пленарных заседаниях в секциях, не сугубо церковных структур, а скорее, если можно было так выразиться, около церковных, общественных, независимых и так далее. И вот мы сегодня сталкиваемся с такой ситуацией, когда впервые официально священники, священнослужители, ведущие свою пасторскую деятельность на территории Абхазии, официально, на официальном уровне принимают участие в сугубо церковной под эгидой Московского патриархата международных конференциях. Я думаю, что это как раз-таки одна из тех возможностей, которым мы движемся для признания православия в Абхазии. Мне хочется еще поделиться впечатлениями от участия в одной из секций, я уже назвал, «Византия и ее наследие». Собственно говоря, в программе, которая нам была предложена заранее, по этой секции был обозначен доклад одного искусствоведа московского о лыхинских фресках и о северокавказских христианских храмах. Поэтому изначально для нас это было, разумеется, интересно. Однако докладчики не смогли прибыть, вот немножко были другие темы. Но тем не менее я бы хотел бы отметить, что Византия, ее наследие, это мы с вами тоже, потому что, как там было сказано, цитировался один из румынских историков, мы все с вами, те, которые когда-то входили в Византию, в ареал влияния Византийской империи, есть Византия после Византии. И не изучая ее наследие, конечно, мы не сможем изучить свою собственную историю, тем более это имеет прямое отношение к Абхазии, все, что сказано о Византии, это сказывается на нас. Но, однако, что меня заинтересовало? Именно то, что сейчас в России выросло молодое поколение ученых, византологов, литургистов, изучающих византийскую литургию, церковных археологов, историков и так далее, которые очень серьезно занимаются дальнейшим развитием русской школы византологии. Меня поразило то, что эти люди уже имеют возможность работать в разных европейских библиотеках, греческих рукописях и так далее. То есть они используют, переводят на русский язык огромное количество источников, которые находятся ими. То, что раньше не было доступно на русском языке, и вдвойне это не было доступно для нас с вами в Абхазии. Увы, к сожалению, мы с вами до сих пор пользуемся
второстепенными источниками. Если что-то мы цитируем, используем, то мы чаще всего берем фрагмент, который какой-либо русский автор использовал в своей работе. И редко, когда мы воочию видим сам источник, тем более читаем ее на языке оригинала. И поэтому мне кажется, что вот сотрудничество с этим отделом, с отделом византологии, поскольку там будут представляться и наши храмы, поскольку объем ее охватывает почти история нашей церкви, средневековая история Абхазии, полагаю, что участие в этом отделе поможет нам многое для себя открыть в области византологии, что, безусловно, скажется и на изучении истории Абхазской церкви и истории Абхазии. Завершая сегодняшнюю нашу беседу о рождественских чтениях, я бы хотел бы сказать, что, вы знаете, видимо, проблема не только нашей церкви, но и проблема и всех остальных институтов, которые действуют в Абхазии, в том числе и главным образом, наверное, образовательных и научных институтов и так далее, то, что, к сожалению, последние десятилетия мы развивались очень замкнуто, в определенном круге у нас не было доступа к книжной, так сказать, издательству, доступа на какие-то конференции, в которых уже проговариваются совершенно последние исследования, новости и так далее, последние находки в разных областях науки. Вот мне думается, что не только появляется опыт у нашего духовенства в участии в этих конференциях, но и они с собой сюда, в Абхазию, будут привозить огромный багаж, соответственно, и уровень нашей церкви, уровень науки нашей церкви и нашей Абхазии, в котором духовенство тоже принимает активное участие, будет развиваться. И я надеюсь, что в ближайшем будущем духовенство сможет себе позволить и за пределами советского пространства, бывшего советского пространства, принимать участие. Да и если просто говорить, знаете, когда человек бывает в таких культурных центрах, то, что он видит, вот я, Герман, тут живой свидетель, когда мы зашли в один из книжных магазинов города Москвы, от количества книг, и в том числе тех книг, которые появились за последние годы, у нас было просто невероятное впечатление. Поэтому я думаю, что от того, как будет восприниматься не только узкое участие в какой-то конференции или в каком-то заседании, или в какой-то встрече, но и вообще в целом вся атмосфера, она будет сказываться на нашей жизни здесь, внутри Абхазии, и будет постепенно мы сможем выйти на тот уровень, на котором сегодня находятся и люди в Москве, и наука в Москве, и, надеюсь, что и в остальных частях нашего общего мира. И думаю, что не только узкая часть нашего духовенства, но и мы сами, молодые люди, и идущие за нами будут иметь возможность развиваться, участвуя в такого рода конференциях.